сегодня так повезло с погодой, второй день в Люксембурге. Вышло солнышко, сейчас хотим пойти на панорамный лифт, посмотреть на долину. Парк такой обалденный, с такими деревьями прикольно. Супер, идем смотреть на панорамный лифт. Мост Великой Герцогини Шарлотты. Это вид с панорамного лифта вот такого. Тут даже страшно на нем стоять. Открывается вид на всю долину. На речку. Ой, слушай, можно пойти по речке там прогуляться. Ты видишь? Нижний город вон. Мостов Люксембурга, конечно, открываются нереальные панорамы на Нижний город. Удивительно вообще. Хай-течные люксембургские трамваи. Трамваи в Люксембурге тоже бесплатные, как и любой вид общественного транспорта. Сегодня какая-то туса в Люксембурге. Молодежь гуляет. Какая-то... А! Кстати, это что-то связанное... Foundation Cancer. Что-то связано, может, деньги собирают для лечения рака.
sunshine.